Всем привет! Сегодня небольшая эволюция держателя электродов. Значит, тут у нас последняя была такая версия 4.2 с микриком. Значит, сейчас уже версия 4 назвала 25. Объясню сейчас, почему 25. Для того, чтобы не путаться, в общем-то. Значит, по параметрам ручка чуть-чуть толще. Чуть-чуть толще. Совсем незначительно. Высота у нее такая же практически, то есть фактически то же самое. Вот конструкция все то же самое, только единственное, что у нас вот здесь отверстие намного шире. То есть здесь отверстие, если вот у нас в этой под трубку 10 мм отверстие в ручке, то вот здесь вот это отверстие у нас под трубку 12 мм. То есть для чего это было сделано? Раньше, вот когда мы кабель зажимали в крайнее положение, значит, приходилось в 25 квадратов, вот она, вот кабель, ну, в истинном своем состоянии, да, вот приходилось его обкусывать, я уже показывал на предыдущих видео. Вот, ну и последнее новшество, это эта гильзочка, которая... который сейчас начал комплектовать вот эту гильзочку, да, вот, то есть начал добавлять в комплект. То есть мы вставляем трубку, вот, вставляем трубку, ну и зажимаем. Вот, все хорошо, вот, но кабель приходилось обкусывать. Были, скажем так, замечания, предложения сделать так, чтобы кабель не обкусывать. То есть, собственно говоря, необкусанный кабель, в принципе, его можно, допустим, было вот этот обжать специальными клещами и попытаться сюда вставить. Но, в общем-то, все это дело неправильно. То есть здесь надо растачивать, чтобы была стенка полтора-то, да, как бы тогда получается. Значит, были поиски, нашлась альтернатива. То есть трубки, к сожалению, 11 мм со стенкой 2 у нас не нашлось. То есть я нашел трубку 12 мм со стенкой 2. Вот теперь... С помощью вот этой гильзочки, опять же таки, сюда прекрасно входит. То есть, в принципе, даже остается зазор. Тут 1 мм лишний, который, в принципе, вот. Ну, собственно говоря, это особо нам не мешает зажимать. То есть, вставляется таким вот образом. Дальше через медную ленту, гильзочку импровизированную. То есть мы зажимаем кабель, в итоге получается, в общем-то, как бы 25 квадратов мы сюда вставляем вообще без потерь. В принципе, и 35 квадратов сюда влезет. Вот, но 35 квадратов чуть-чуть все-таки придется там буквально несколько веточков срезать, несколько проводков. Вот, то есть если с гильзы, то не улазит. Вот, собственно говоря, как бы такое вот обновление. В итоге получилась ручка с названием 4.25, то есть та же самая конструкция, винтов, в принципе, даже тех же, которые раньше шли, хватает для того, чтобы зажать. То есть, ну, в общем-то, вот такая аккуратненькая ручка получилась. Естественно, там пружинки нового диаметра, то есть не того же, не предыдущего. Электроды зажимаются, в принципе, довольно-таки неплохо, то есть, несмотря на то, что большое расстояние здесь. Здесь по-хорошему, наверное, гайку можно впихнуть, если захотеть. Вот четверочка. Ну, это уже такое. Были мысли поставить здесь вместо четвертых винтов пятые винты, то есть уже более толстые, для того, чтобы как-то увереннее это все зажималось. Ну, у пятого винта получается шаг резьбы больше, чем у четвертого, а тело стенки у нас все-таки остается те же 2 мм. Поэтому мне показалось, что меньше витков резьбы будет меньше давать надежность. То есть, в принципе, сейчас довольно-таки уверенно при определенной сноровке получается резьба здесь. Ну вот, собственно говоря, все на сегодня обновление. Такой вот держатель, версия 5.25 называется, точнее 4.25 называется. Вот, ну, если сравнивать ручки, да, которые там эволюция, да, то есть это вот 3.2 первая ручка, которая у нас была, да, вот, то есть она на базе вот этих 10-миллиметровых трубок, да, вот, потом следующая версия
Это 4.2, которая, в принципе, функционал тот же. Функционал тот же 3.2, как только уже с микриком. Вот, то есть вот этот микрик, который здесь срабатывает при нажатии. Вот, ну, а это, в принципе, та же 4.2, только вот, скажем, с большим отверстием, с большим диаметром трубки. На этом все. Всем спасибо. Пока-пока.